47-я сессия собрания депутатов прошла в зале городской мэрии. На повестке дня рассмотрели два основных вопроса. Отчет главы городского округа Зайнутдина Акмазова за 2016 год и второй был посвящен обсуждению послания главы республики Рамазана Абдулатипова Народному собранию. Выступая с основным докладом, Зайнутдин Акмазов отметил, что за истекший год на территории Хасавюрта произошли значительные положительные изменения в сфере экономики, культуры, образования, спорта и в ряде других направлений. Останавливаясь на каждом из перечисленных, затронул наиболее значимые моменты достигнутых результатов в каждой сфере. Нам выполнили задание по постановке на учет лиц, работающих без оформления трудового соглашения, то, что называется неформалка, 101%. Реализуя программу социально-экономического развития города, достигнута положительная динамика. Объем отгруженных товаров местного производства, выполненных работ и оказанных услуг предприятиям и организациям города за 16 год составил 1 996 000 000 рублей, что на 5% выше установленных заданий в рамках соглашения с правительством. За 16 год в городе создано 1947 рабочих мест при плане 685. Одним из приоритетных направлений деятельности администрации является система образования и дошкольной подготовки детей от 3 до 7 лет, материальное обеспечение образовательных учреждений. По итогам 2016 года очередной раз по рейтинговой оценке Минобхнауки Управление образования города Хасавюрт признано лучшим из города. Также в своем докладе глава муниципального образования сказал, что проведена обширная работа в плане упорядочения торговли, идет реализация дорожных карт. Кроме того, уделяется повышенное внимание вопросам правопорядка и общественной безопасности. Ведется четкий контроль в вопросах коммунального хозяйства и благоустройства города. Далее с докладом по второму вопросу выступил заместитель председателя собрания депутатов Мирза Магомедов, который в своем выступлении отметил, что вся работа в разных сферах городской администрации выполнена на должном уровне. Послание главы Дагестана Рамазана Кадырмуратовича Абдулатипова Народному собранию Республики Дагестан является программным документом стратегического характера, вектором развития республики на ближайшую перспективу, в котором перед народными избранниками, исполнительной властью, главами муниципальных образований определены основные задачи, которые надо выполнять, а также обозначены недоработки и упущения, которые нам необходимо исправлять. В завершении собрания в ходе голосования было принято единогласное решение об утверждении отчета главы администрации о проделанной работе за 2016 год. Деятельность городской мэрии за прошедший год была признана удовлетворительной. Бека Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».